4 тура они словно копили силы, чтобы, будучи в родных стенах, наконец поквитаться с обидчиками. Флагман женского волейбола на Алтае показал, на что способен, если команде хотя бы немного помочь. 4 победы в 5 матчах. Результат более чем достойный. Скоро, как известно, только сказки сказываются. Дело обычно требует времени и тщательной подготовки. Отсутствие достойного финансирования из года в год играет с волейбольным клубом «Алтай» злую шутку. Ротация состава просто невероятная. Возможность провести точечное усиление бесконечно мала и постоянно стремится к нулю. Однако к домашнему туру они и готовились. Мы пригласили даже 3-4 человека, которые в прошлом туре не участвовали. Каждый балл очень сильно. Помогли девчонки, молодцы. Еще да, Саша Горшенин смогла приехать. Так бы у нас полностью комплект был, как мы заявлялись, 14 человек. Первый соперник – приморочка. Уж кем-кем, а девочками для битья этих волейболисток даже при желании не назовешь. В конце концов, именно они замыкают тройку сильнейших в сибирской группировке. Более того, команда из Владивостока имеет все шансы подняться еще выше. И, кстати, уже бы сделала это, но Барнаул помешал. Может быть, не настроились, может быть, испугались. Первая игра все-таки, она волнительная. Вот, и там играли уже на эмоциях. Пытались догнать, но как-то не особо получалось у нас. Все у нас получилось сегодня. Уверенная игра в защите, уверенная доигровка на краях. Немножко, может быть, не справились с блоком, потому что предыдущий тур гораздо лучше это было. Да? Дегтярева у нас там была в обойме, которая как минимум 3-4 мяча ставила за игру. То есть хороший показатель. Да? Сегодня мы в этом элементе, как бы, может быть, не справились. В остальных элементах было все хорошо. Накануне на туре в Иркутске очная встреча этих команд закончилась примерно так же, только состав у барнаульцев был другим. Дома Алтай-Ага у соперника буквально вынес в одни ворота. Они нас переиграли по всем стадиям, нужно признать. Видно, усиление вот это, которое произошло, оно сыграло на пользу. Но у нас немножко не получилось игра. Некоторые молодые игроки немножко что-то, так скажем, замандражировали, поэтому много ошибок своих сделали. Ну, хотя нас заставили это сделать, вот именно хорошей игрой. Игра была тяжелая, несмотря на то, что закончилась 3-0 победой. Но было на самом деле очень тяжело, по крайней мере, мне из-за долгого отсутствия было очень тяжело. Девчонки, соперницы, огромные молодцы. Но у нас все получилось. Все установки тренера мы выполнили. Напомню, что из 8 очков, заработанных командой с Алтая за 4 предыдущих тура, 2 дружине Антона Колбунова удалось добыть в битвах с железнодорожниками из Иркутска. 3 отняли у читинской Забайкалки, еще 3 у приморочки. То есть слабые места у 3 соперников были как минимум найдены. Еще есть неприятный соперник, это Олимп из Куйбышева, да. То есть мы с ними пока еще вот с остальными как-то мы выровняли игру свою, как-то разобрали игроков, вроде как играем сейчас более-менее уверенно. Но с Олимпом почему-то у нас пока провальные были до этого туры, игры. Поэтому, ну, надеюсь, в этом туре у нас последняя игра с ними. Может быть, к сожалению, может быть и к счастью, потому что в прошлом сезоне мы играли также с ними последнюю игру и выиграли их 3-1. Загад, понятное дело, богат не бывает, однако планирование никто не отменял. Турнирное положение радикально уже не поправить, а вот болельщиков порадовать можно и нужно. Какой бы результат вас устроил на домашнем туре? Нас всегда бы устроило максимальное количество побед. Максимальное количество побед – 5. Я думаю, что она еще выйдет, еще выступит на этом туре. Я уже спрашивал, тем не менее, какой результат на домашнем туре вас бы устроил? Я думаю, больше 50% побед надо. Ну, думаю, как в том году, мы, по-моему, 3 победы у нас было в том году, позапрошлом году. То есть положительный результат должен перевалить за половинку, так скажем. Разыграли как по нотам. Это если коротко, с иркутской дружиной хозяева тура расправились за 3 партии. Легкой прогулка не получилась. Решающий игровой отрезок барнаульцы записали в актив при счете 29-27. Коллектив из Читы уступил 1-3. Оставались 2 соперника – Олимп и Сахалин. Самый неудобный, ну, Сахалин. Потому что они идут без поражений. Вот, считай, 2 года уже очень сильные девчонки. Ну, будет сложнее всего, я думаю, с ними играть.
Поражение на Алтае в планы сахалинских волейболисток не входило, потому, наверное, и обошлось без него. Лидеру для победы хватило трех партий. А вот Олимп пал, и падение его было грандиозным. Точку в матче хозяйки тура поставили в пятой партии. Заключительный тур коллективы сибирской группировки проведут во Владивостоке в середине марта. С тройкой, в принципе, уже все понятно. Однако чисто теоретически сюрпризы все-таки возможны. Все команды сильные. С каждым нужно бороться. Все-таки да.